Здорово всем, парни. 1 февраля было скрытое изменение лута, точнее шанса лута на маяке. Было 0.20, стало 0.17. То есть лут они, по сути, понерфили на этой локации. По личному опыту, локация супер богата лутом, и теперь шансы понизили. Что из этого получилось, мы решили проверить. Сходили 5 рейдов на маяк. Собственно, полутали самые вкусные места. Что вышло по луту, увидите в этом ролике. Я один раз прыгнул. Да, у меня уже перегруз с этой М1, ой, с РСАСкой. А тяжелая, блин. Это гаубица какой-то тащит. По дереву бегают уже. Один. Иду под, в одиноке. Проверяю чердак. Звук, конечно, капец. Только чувствую, ты за стеной мне ходишь на моем уровне. Так, ну этот чел тут уже запылесосил половину, скорее всего. Вот сейчас не определишь, либо запылесосил, либо не было. Челобочка убил. Опа, М-ка, ты? Я. Угу. Чувака, постройки налево. Вот он! Что? Капец. Бот прямо сейчас во мне появился. Представляешь? Это хорошо. Прямо во мне. Охренеть. Смотри, он на скалах может сидеть над богатыми где-нибудь. Я посматривал, нет. Ну, по итогу, что ты там насобирал? Две цепочки, код из ценного. Все остальное так по ящикам, да по этим, таким, ну, очевидным местам. На всякие ключи, гайки, болты, ГПшка. У меня получается роликсы, медиатор, дневник, жетон. Циклон батарейка. Ну и все, а все остальное тоже я с челобота поднял. Топорик типа сняла. Ну да, на этих двух местах уже не спавнится ничего. Хорошо. Роликсы на трупе. Полки военных на столе. Прокил. Поднялся на минус первый. Блин, ну, я бы не сказал, конечно, прям, что сильно порезали. Потому что пока вот никого нет на локе. Один хрен быстро лутаются деньги. Ты бы находил что-нибудь?
В этот раз разведки, ВПХ, роликсы, фар, сахар. То же самое, по сути. Орел. Меня бот убил. Планшотик. Ёпта. Бля, какой-то странный бот. А, вон он убил, я его взорвал, походу. Загрелся на меня прям с километра. Так, я только вышел, он мне есть лживый, бам-бам, все, я упал. На выходе. Военный гофрированный шланг. Фар. Это который маленький военный? Да. О-о-о. Это где он лежал? На полу валялся. Понял. Надо тебе отдать его. Зачем он? Убежку поставишь. Да я убежку не занимаюсь. Кто поднимается? А это там, посмотрите, посмотрите, к тебе поднялся на первый этаж. Пистолетик попал. Он еще хотел поговорить. А, ну правильно. Второй уровень, пустой. Ничего нет. 42-й топорист. О, какие молодцы. Да, он тут полутал сейф. Ходит по стеклу. Ты где? Я внутри. Бил. Ага. Чевок? Да, по-моему. Нет, челобот. Вроде. А, нет, чевок, 37-й. Кто-то по кустам ходит на детской площадке. Убил. Не слышу из-за своего стона вообще никого. Челобот тут в кустах сидел с мосинкой. Етить, блять, вот это я супермен. Прыгаешь по скалам? Ты, я даже не объясню это, как я сейчас что сделал. Нечто невероятное. А сколько этого военного гофрата стоит? Ну сейчас 1600, наверное, стоит. Ну, блин, нормально это, блин. Кроме гофра, что еще находил ценного? Беспроводной передатчик. А, вот ВПХ, говоришь? ВПХ, да. Ну, считай, 120-120, плюс эта штука 600. И куча всякой дребедени. От богатого. Я от маяка зайду. Где вы? Ой, от маяка. Выход на берег где? От этой дороги. Чевок, скорее всего. В дом зашел, лутает. В баньку. Какой? Минус один. Сороковой дробовичок. Ты прыгаешь там? Да, пошел. Скажешь, что будет что-то на малое, на нижнее. Чевок на симби. А где конкретно? Прям под деревом, левее.
Мне не видно отсюда. А, вижу, ходит, да? Ходит вон. Mm. Ну, встань ты уже. Биток. Сейфик? Угу. На южную повез, что ли? О, пойдем. Пропаны, мрешки, понятно, блин. Пака. Хороший дроп, конечно. Один бронебойный патрон. Вон, кстати, канистры есть, бери, если там крафтишь что-нибудь в этом. Я тут разгрузку возьму, место забузить. Видеокарта в сумке. Пойдет. Хорош. Завершение такое рейда. Так, вот ничего толкового не нашел. А, нашел. Биток в сейфиш я нашел. Что, биток-видюшка, по сути. Ну, видюха рандом. Ну, видюха, да, рандом. Лев на кресле лев лежит, отдыхает. По мне. Да, по мне тоже. Там много. Я за мусором при входе. По внешке иду, по бассейну туда. Его убил. Это мосинист. Там же не мосинка была? Нет, нет, нет. Что-то сглушенное. На забор залез. Бот. Мне кажется, чердак какой-нибудь он сидит. Еще одного мосиниста убил. Сюда как-то спускается. Бля, убил меня. Я его дал тоже. Убил. ТТВ. Кто же, блядь, еще там будет сидеть? Слушай, а он нормальный? Без звука. Едите он мне попал. Дефолтными чего? Патронами. Сэмки, видимо, с какой-то. То есть белый ник, ТТВ и, походу, еще и читы, настроенные на руку. То я понимаю, комбо, блять. Вид голову дал, что ли, ему? Я не знаю, пока мне плохо, 100 хп осталось. По итогу, на 5 рейдов нам понадобилось 80 минут. За это время я нафармил где-то 3 ляма 100. Плюс я покупал всякие патроны, расходники и вот это вот все. Вид нафармил где-то так же.
То есть, хоть лут и был порезан, на мой взгляд, карта все еще самая богатая, и если вам нужно фармить денег, то маяк для этого отлично подходит. Главное, не бегайте топористами. Прошу вас. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.